Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Мы с вами продолжаем. Во втором уроке мы с вами установим компонент рейтинга и отзывов на Joomla сайт. В админке переходим, как обычно, расширение менеджер расширений. На момент записи урока я использую Joomla последней версии 3.5.1 и последнюю версию расширения рейтинга и комментариев версия 1.2. Я просто перетаскиваю и устанавливаю, как обычно. У нас расширение успешно установилось, теперь нам нужно его русифицировать. Таким же образом я устанавливаю архив русификации на Joomla сайт. Установка русификации у нас успешно завершена. Переходим в компоненты, мы видим здесь, в первой вкладке у нас идет наш компонент. Итак, расширение у нас успешно установилось, о настройках. Как пользоваться данным компонентом, как создавать группы, это все вас ждет в следующих уроках.